Всем здравствуйте! Не у всех звездных детей легкая и беззаботная юность. Скандальное интервью дал Даниил Заседателев. Единственный сын Надежды Бабкиной поделился, что из-за частых командировок он не видел своих родителей. Почти всегда им занимались бабушки, а иногда даже соседки. Каждое желание звездного ребенка, как это принято считать, никто не исполнял. Даниил рассказал, что все детство он принадлежал только себе. А в 12 лет родная мать захотела отдать сына в интернат. Ведь у нее карьера и постоянные гастроли, звезде не до детей. Такой постыдный секрет Бабкиной решился обнародовать ее наследник. «Я говорил, вы что, хотите меня вообще не видеть? В интернате мне бы пришлось познакомиться с миром дисциплины и знаний, а я привык быть предоставлен самому себе», – рассказал Даниил. И только когда Даниил взбунтовался и наотрез отказался ехать, мальчика вернули обратно к бабушке. Пристрастие к сцене, по понятным причинам, Заседателев не разделил, решил стать юристом. В этой сфере он получил ученую степень и добился определенных успехов в карьере. Однако избежать любви к музыке не смог, мужчина работает звонарем в православном храме. Как отмечает Даниил, для души. Ранее Даниил рассказал о том, как Надежда Бабкина чуть не рухнула на концерте и в каком состоянии она сейчас. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.